Для того, кто хоть раз выбирали портативную акустическую систему, бренд JBL в представлении не нуждается. В модельном ряду марки найдется звук под любой формат, а самая популярная линейка JBL Flip продается аж с 2011 года. Серия Party Box моложе, первая колонка для тех, кому всегда мало звука, вышла всего в 2019 году. Она не была уникальной на рынке, но моментально заслужила внимание. Именно JBL с подходом громко, мощно, надежно выбирают для раздачи звука на самых больших частных вечеринках. Мощная колонка. 240 Вт РМС от 2 176 мм НЧ и 2 65 мм ВЧ динамиков с фирменным почерком JBL и системой усиления басов Bass Boost – это отлично озвученный праздник в любом частном формате внутри помещения. Одной акустической системы хватит на рейв в зале примерно до 70 квадратных метров, двух будет достаточно и для 100 квадратов. Колонки Party Box подключаются друг к другу без провода по протоколу TWS. Стоит отдельно разобрать интерфейс на верхней плоскости колонки, помимо выбора источника, Bluetooth, USB, AUX и управления звуком, пауза, следующий трек, громкость, здесь расположена кнопка усиления басов Bass Boost, кнопка сопряжения и процессор эффектов. JBL Party Box 310 подойдет в любой ситуации, когда участников события более 5 и предполагается громкая, либо фоновая музыка. Это настоящий пати-мейкер, который обеспечит хорошее звуковое давление и слышимость музыки любого жанра.